первая посылочка из Китая. Заказывалась на 11.11. Шла довольно-таки долго. Сейчас посмотрим. Я, конечно, догадываюсь, что здесь. Ну да. А тело пело. Пило и потело. Тело на шарнирах. Вот такое вот тело для куклы. Шарнирное. Типа силикон. Осталось переделать голову, и у ребенка будет полноценная кукла. Литье нормальное, плотное. Весит в пределах где-то 100 грамм. Ссылка будет в описании.